А с подшипниками на коробку оказалась целая история. Это вообще там на один автомобиль идет разное количество подшипников. Там еле подобрали. Сальник взяли. Оригинальный номер 901-821-68. Это сальник первичного вала. Поставим новую прокладку поддона. Новую. И только вот прокладку в задней крышке нашли. Остальных прокладок не нашли, поэтому сажать будем на герметик. Это задний подшипник первичного вала. 961-08-005. Это подшипник задний вторичного вала. 961-08-006. Это подшипник вторичного вала передний, который к редуктору. 901-42-090. И игольчатый подшипник первичного вала. Вот такой вот. 901-42-092. Сейчас беру валы, спрессовываю старые подшипники, также выпрессовываю, выбиваю обоймы и сам подшипник из корпуса и устанавливаю новый. С первичного вала задний подшипник стяну съемником. Снял подшипник, новый запрессую, возьму. Он получается стопором вперед, чтобы не перепутать. Взял высокую головку на 30, она нормально подходит по диаметру, и запрессовываем. Все сидит на месте. Также и второй подшипник тоже стягиваем со вторичного вала задний. Сам я второй подшипник роликовый заменить не смог, поэтому увез у ребят пресс, и трубы есть длинные. Они сняли с топора, перепрессовали и стянули. Также съемник, посмотрел, какой у меня съемник, тоже надо, куплю попозже себе. И сдернули они мне с обоих подшипников сзади крышки. Говорит, поверь, это лучше. Сразу смотали мне пружинкой стопор. Говорит, удобнее ставить. Поставил, пружинку развязал и вытащил. То есть проволоку развязал и вытащил со стопора. Собираю крышку.
Все, стопор вот он защелкнулся на первичном валу. Также сейчас защелкиваю стопор на вторичном валу и раскручиваем его. Оба подшипника сели на место. Намажу герметиком, здесь было на герметике, и немножко намажу. Фиксирующая скоба тоже была на герметике. Магнит, надо будет его на литоле посадить, чтобы он не выпадывал, когда будем устанавливать.
штифт я здесь выбивал. Забиваем его обратно сюда. Сейчас поставим брусочек. Все, штифты у нас на месте. Здесь получается, когда включается вот эта передача, задняя уже не включится, штоком фиксируется.
Все, блок собрал. Можно устанавливать. Так, у нас здесь ставится магнит вот сюда. И чтобы он у нас отсюда не выскочил, когда мы будем переворачивать. Я его посажу на литол. Также на литол посадим и вот эту шайбу сюда, когда будем ставить, чтобы она тоже не слетела. Про прокладку я говорил, что не нашел, поэтому ставим на герметик. Герметиком я уже коробку намазал. Подтягиваем. Все равномерно село, герметик везде поддавило. Ну и пока он влажный, я его весь сотру лишний.